сотни концертов, тысячи выпускников, бесчисленное количество побед и наград. За 35 лет Развилковская детская школа искусств стала настоящей фабрикой талантов, где привили и продолжают прививать любовь к искусству юным жителям муниципалитета. Школа – это большая радость. Это прекрасный коллектив педагогов, которые горят своим искусством, своим умением и с радостью передают все это своим учащимся. Школа – это талантливые дети, а детей у нас очень много талантливых. В этом году 725 человек учатся в нашей школе. Сейчас в детской школе искусств множество отделений – инструментальное, вокальное, хореографическое, а также изобразительного, театрального искусств. Занятия по душе в этой дружной музыкальной семье найдет каждый ребенок. У Марии Маршевой здесь учатся две дочери по классам саксофона и фортепиано. Ну а скоро очередь дойдет и до сына. Во-первых, атмосфера. Во-вторых, одухотворенные учителя. Понимаете, вот относятся как родители, как вторые. Все-таки в школе 30 человек и один учитель. Это тяжело, нет внимания. А тут один учитель наедине с ребенком. И знания дает прекрасные. 7 лет назад школа обосновалась в новом современном здании с редкими инструментами, просторными кабинетами и, конечно, концертным залом с любимой сценой. Именно на нее сегодня вышли и лучшие ученики, и преподаватели, и совсем юные звездочки. На концерте прозвучали всемирно известные музыкальные произведения. Ученики школы пели, танцевали, демонстрировали свои многочисленные таланты. 2 часа настоящего творчества. Среди зрителей в зале был и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко, который приехал поздравить коллектив и воспитанников школы. Пожелать дальнейшего развития, новых побед, новых достижений нашей, не побоюсь этого слова, цитадели творчества на нашей развилковской земле. Конечно, терпение родителям в взаимоотношениях с нашими ребятами. А ребятам хочу пожелать вдохновения, творческих успехов. Двери Развилковской детской школы искусств открыты для всех. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.